Здравствуйте, дорогие друзья, это Анапа, сегодня 20 сентября 2018 года, и поздравьте нас с очередной покупкой в доме мебели, вот здесь вот на улице Крестьянской, это рядом, вот буквально наш Тургеневский. Мы с Наташей купили стул, вот этот вот белоснежный, как парус. А еще мы купили часы, чтобы ориентироваться во времени. Только мы их вам не покажем сейчас. Да, они пока еще в коробочке. Ох! А вот и часы. Ну, открывай. И даже идут уже. Неправильно идут. Висеть они будут вот здесь, на этой стене, чтоб Маша видела постоянно, сколько времени, и не опаздывала никуда. Вот так висят наши часы. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, и бонус — наши рыбки. Камушки мы с Машей собирали на высоком берегу, на Тургеневском спуске. А вот этот камень с крестом, это из Варваровской щели. С каким крестом? А где улитка-то? А, вот она. Улиточка? Да.